Следующую пьесу, как-то я одно время говорил про следующую композицию, вот я говорил произведение, но мне Андрей разве меня поправил, Игорь говорит, надо быть скромней. Скажи просто пьеса, просто пьеса. Итак, следующая пьеса называется «Индийские сны». Мой партнер по этой пьесе, замечательный музыкант, прекрасный саксофонист Юрий Еремчук. Вот короткая история, как появилась идея написать эту пьесу. Не знаю, мне больше нравится все-таки произведение или композиция. Композиция — слово такое. Да. Я как-то был, вот с Алиной мы ездили, Алина Ростовская будет в следующем произведении с нами исполнять. Мы как-то ездили на Украину. Вначале поехали на Украину, потом все-таки в Украину поехали. Ну, у нас было две такие поездки параллельные. Вот. И там я познакомился с замечательным музыкантом Виталий Ткачук. Удивительный музыкант, гитарист. И я когда был у него в гостях, я смотрю, у него лежит такая флейта, такая метр полтора длиной, из бамбука сделана с дырочками. Я говорю, что это такое? Он говорит, это индийская флейта. Я говорю, ты умеешь на ней играть? Он говорит, ну умею. Я говорю, сыграй, пожалуйста, интересно послушать. Знаете, он начал играть, и как будто вот 20 минут из жизни куда-то вот просто взяли ластиком, стерли, ничего не помню, кроме того, что вот он делал вот этот образ, он играл, и мы прямо вместе с ним вот в этом состоянии находились. И когда я приехал в Москву, я решил, что, ну уж, одно дело флейта, другое дело контрабас все-таки, два разных инструмента, контрабас и больше, и лучше, мне кажется. Дополняет, конечно, да. Вот, и я написал эту пьесу, которая называется «Индийские сны». Я ее исполнял с разными музыкантами. В частности, я даже здесь играл с Костиковым, с Сашей. У него были такие, это называется «поющие чаши», такие, знаете, медные вот такие чаши, которые, они выложены, штук 6 у него или 7 было. И он по ним вводит палочки, и вот такой, как орган звучит. И очень красиво звучало, и вообще мы хорошо играли, но не сложилось. Также и с голосом, и с роялем, и с кем я только не исполнял «Индийские сны». Но вот то, что мы сделали с Юрой на записи, это было удивительно, потому что само название «Индийские сны» подразумевает какие-то индийские лады. И все, кто со мной начинал играть, они все начинали вот все эти индийские штучки всякие обыгрывать. И весь шарм терялся, потому что, ну, лучше всем, чем
носители этой музыки все равно не сыграть. А Юра, он такой человек, знаете, для него нету каких-то правил. Ну и что, что индийские сны. Он будет играть именно ту акварель, именно те образы, которые он считает нужным вот в данный момент. Поэтому вот на сегодняшний концерт мы с Юрой созванивались, когда я говорю: Юра, я бы хотел бы с тобой, конечно, еще раз сыграть, потому что для меня это осталось вот впечатление от этого произведения. Юра согласился. Ну, вначале он сказал: с кем? С тобой, да ты с ума сошел. Ну, кто ты, кто я? Но в конце концов, я нашел нужные слова. Я ему сделал предложение, от которого он не смог отказаться. Я ему купил вот бас-кларнет, саксофон я ему купил. Все, я говорю: Юра, только играй. Он говорит: ну ладно. Итак, индийские сны, Юрий Еремчук. Thank you.
конце первого отделения, будет два отделения. Вот, не забывайте, там пластинки продаются. Их можно приобрести недорого. Итак, композиция, которая вошла в название пластинки «Одинокий колокол в пустыне». Эту композицию я написал очень давно. Я думаю, что, наверное, лет 15 назад. И играл тоже. Вначале я играл ее один. Играл хорошо, но понял, что можно сыграть еще лучше. Поэтому постепенно стал предлагать в разные ансамбли. Я играл ее даже с Сергеем Никитиным на концертах, периодически исполняя. Ему так нравилось, он всегда там принимал участие, тоже пел какие-то индийские всякие лады. Но он очень творческий человек, поэтому он открыт для любых неожиданностей вот музыкальных. Итак, «Одинокий колокол в пустыне» я написал в память о своем педагоге, у которого учился в Институте Гнесина, Анатолий Васильевич Соболев. Замечательный контрабасист и удивительный педагог. На пластинке с нами исполняла такой сольный кусок большой Аня Королева, но сейчас она уехала с мамой и с дочкой в Анапу. Она говорит: Игорь, ну я никак не могу, у нас там всего неделя есть на отдых, и в общем, может быть, ты кого-то пригласишь. Я говорю: Анечка, да, конечно, приглашу, в 100 раз лучше будет петь, чем ты. Вот. И я пригласил Алину Ростовскую, своего давнего друга и замечательного музыканта, руководителя джаз-мобайл коллектива. Вот она, замечательная. Я ее попросил, чтобы она в белой рубашке пришла, потому что Дима в белой будет, и она в белой, а мы с Петей. И ты в черной, да, вот как раз мы вот такой. А я вот такой полосатенький. Мне кажется, это очень удачно, очень удачно. Вообще, мне кажется, я очень удачно шучу, у меня это получается. Но... Итак, «Одинокий колокол в пустыне».
Thank you.
Спасибо, да. Да, Райан, короче, черный там внутри, золотом сделан. Просто замечательно. Спасибо, первое отделение заканчивается. Не уходите, потому что второе отделение будет еще, чуть не сказал, еще хуже. Еще лучше будет. Все, перерыв, 10 минут. Миша рассаживает гостей. В самом начале, когда я рассказывал о программе, она первоначально планировалась с одними музыкантами, потом перед концертом я думал, что придется поменять программу, и уже поменял ее. И сейчас третий раз, я надеюсь, что последний завершающий. Программа тоже поменялась, но об этом я скажу чуть позже. А сейчас я хочу сыграть еще два произведения из своей легендарной пластинки, которая уже получила мировую славу. Мне уже обзвонили с Грэмми. Я говорю, ребят, ну что, с Грэмми. Придется, видно, я на Грэмми все-таки выдвигать. Мне не хватает дома статуэтки Грэмми. И Оскара заодно я бы еще взял. Так, хочу пригласить своих друзей Петя и Дима. Петя Ившин. Петр Ившин, Дмитрий Лугин. Удивительные музыканты, мои друзья, очень тонко чувствующие мою музыку. И что мне хочется отдельно сказать о следующем произведении. Эту пьесу я назвал «Прощание навсегда». Я ее посвятил памяти своим родителям. Это всегда очень тяжелый момент, когда я их вспоминаю. И со временем, как казалось, что не так страшно их терять, а как мне Таня Никитина сказала, гораздо тяжелее, что ты не можешь с ними поговорить. Потому что они жили в Челябинске, я жил в Москве, уже больше, почти что 20 лет живу в Москве. Ну так приезжал, уже как бы был отрезанный кусок. Но постоянно звонили, постоянно разговаривали, я постоянно слышал голос и чувствовал, что все хорошо. Так же хорошо, как было первые 20 лет моей жизни. Потому что когда живешь с родителями, ты спокоен, ты чувствуешь, что они тебя любят, и все в жизни укладывается. Потому что они стараются, чтобы ты чувствовал себя спокойно. И в тот момент, когда ушел отец, и самое, конечно, тяжелое было, когда умерла мама, для меня был просто очень сильный удар. Хорошо, что друзья были рядом, они меня поддержали. Но голос своих родителей я слышу до сих пор. Иногда ночью просыпаюсь и слышу, говорят, Игорек, мне ж током. И я решил написать произведение, которое называется «Прощание навсегда» в памяти моим родителям. Thank you.
Пластинки, правильно сказал, первый раз, по-моему, правильно сказал, наши пластинки, это все я да я. Итак, произведение называется «Бремя». О чем это произведение? В жизни любого человека есть такие моменты, когда ты что-то делаешь вопреки своей совести. Ты это сделал, этот поступок, и потом всю жизнь вспоминаешь о нем. Может быть, не нужно было приходить туда, может быть, не нужно было с этими людьми знакомиться, не нужно было заводить отношения, но ты сделал, ты пришел, и все, и по жизни у тебя идет это воспоминание, идешь по городу, и вот ни с того ни с сего нахлынет это воспоминание, как головой в стекло врезаешься. Ничего не предвещало, а вот бывает такое. Я думаю, у каждого человека есть такие моменты и вот такие поступки, наверное, поступки, они бременем лежат, всю твою жизнь накапливаются, и ты несешь это бремя. И вот это произведение я назвал «Бремя».
Thank you.
Я хорошо, Дмитрий. Спасибо, Леонид. Спасибо, фантастика. Ну и сейчас время близится к обеду, как бы. Я хочу пригласить Михаила Михайловича Митропольского. Он сказал, ты говоришь хорошо, но есть люди, которые говорят лучше. Спасибо, это правда. Причем этих людей здесь сегодня с нами нет. А я вам должен сказать, что многие об этом знают, наверное, в этом зале. Ну, во-первых, мне очень жаль, что здесь не так много народу, потому что, по-моему, концерт получается очень хороший. Это заслуга Игоря. Я даже не очень ожидал, что так получится, потому что все время мне казалось, что Игорь великолепный партнер, думающий, делающий. Но, а вот эта вот вся история, которая сегодня происходит на сцене, которая выражена в значительной степени в диске, который вышел, кстати, покупайте его, потому что потом трудно будет это сделать по разным причинам. Так вот, это затеяно им, им сформировано, и он открылся для меня и в диске, и вот в этом концерте, как какой-то новой стороны, хотя я его знаю довольно давно. Тебя, так, кстати, та же рубашка, как нет, вообще ты послушай внимательно, тебе полезно будет. Дело в том, что я его знаю примерно 20 лет. Вот, и началось все с того, что я увидел этого басиста в одном подмосковном городке на фестивале. Мы тогда, кстати, с Анатолием Соболевым были в жюри этого фестиваля. И как-то он мне показался. Показался он мне, в первую очередь, тем, что... Вот вы заметили, да, сейчас он в последнем номере вместе с контрабасом пел. Тогда на контрабасе он еще не играл, по крайней мере, на том концерте. Все, да? Вокально-инструментальный ансамбль Игорь Иванович. Так вот он играл в ансамбле Кости Серова, гитариста, и пел, басист вот называется «петь в октаву». Ну, октава это можно было очень относительно назвать, октава та еще была. Но тем не менее, мне это очень понравилось. Не слушайте его, мне это очень понравилось. И вот это вот то, что мне понравилось, я обратил на него внимание, узнал такое Игорь Иванович, привело в результате к созданию второго приближения, к тому, что я порекомендовал Андрею Разину и Татьяне Комовой обратить внимание на этого исключительного совершенно музыканта. Музыкант оказался исключительным. Во-первых, я вам должен сказать, что он очень творческий человек. Вот его творчество очень неторопливо. Прошло 20 лет и появился, наконец, диск с его именем. 20 лет понадобилось для того, чтобы сделать... Он никогда не торопился. Он поглощен своим творчеством. Но, правда, творчеством ему приходится заниматься не очень часто, потому что он очень много работает. Это невероятно работоспособный, талантливый человек. Талант просто так проявиться не может. Вот эта работоспособность – это очень важно. У меня было множество моментов в жизни, когда я мог в этом убедиться. Ну, вот, скажем, мы иногда с ним отдыхаем вместе. Игорек, тебе полезно будет послушать это. Мы с ним находимся на отдыхе, ну, скажем, в Хорватии, на острове под названием Крк. Да? Лежим на пляже, а там идем в супермаркет за покупками. 3-4 раза в день ему раздаются обязательно звонки из Москвы с предложением работы. Причем работать надо либо завтра, либо вот через час надо приехать. Я соглашаюсь. Он никому не отказывает. Мы лежим на пляже, он никому не отказывает. Это невероятная совершенно работоспособность. Это человек, который невероятно тонко чувствует музыку. Слушает он ее не часто, но чувствует невероятно тонко. Вот, наверное, многие в Фейсбуке с ним знакомы, да, дружат? Есть такие друзья по Фейсбуку, да? Обратите внимание, вот в Фейсбуке появляется сообщение о каком-то концерте, фотография с какими-то музыкантами, обязательно критические замечания со стороны Игоря Иванушкина. Самое распространенное критическое замечание – это басиста не хватает. То есть невероятно тонкое вот такое чувствование, можно сказать. Есть и другие замечательные примеры из Фейсбука. Да, да, да. Есть вот еще одно невероятное совершенно качество, это, конечно, такая скромность, я бы сказал, деликатность в человеческих отношениях. Вот он не спорит никогда, он очень компромиссен. Например, очень часто появляются под фотографиями Игоря Иванушкина, их довольно много там выставляется, я знаю даже, кто их выставляет, слова о том, что это гениальный музыкант. Какой комментарий, Игорь Иванович? Согласен. Только с такими качествами можно создавать такие, я бы сказал, великолепные программы.
Еще я вам должен сказать, что этот человек, вот все, что он не делает, он все доводит до конца. Вы видите, сегодня великолепно сформированная программа, это все рук его дело. И есть очень яркие примеры, мы с ним опять же отдыхаем нередко вместе. То есть вот если, скажем, бутылка виски, она будет доведена до конца обязательно. Это просто вот... Что такое бутылка виски? В глаза закапать просто. Я не первую бутылку имел в виду. Значит, второе предложение, которое было мной уже упомянуто, объявлено было Игорем, что сегодня его не будет. Но доверять ему можно. Вообще-то можно, но не в этом случае. Потому что оно будет. И вот этот самый ансамбль, который, я на самом деле, я до сих пор говорил очень серьезно, а теперь вот дальше совершенно несерьезная речь, об ансамбле, который занимает очень специфическую нишу музыки, которая пока еще не вполне востребована в нашей стране. Она востребована за рубежом, они очень много объездили стран, они выпустили много дисков, дискография довольно значительная. Два, вот там оказался случайно на этом прилавочке, или три даже. Вот последний диск с музыкой, импульсом для которой было творчество Дэйва Брубика, на самом деле это музыка Андрея Разина, лидера этого ансамбля, и всех участников ансамбля, включая Игоря Иванушкина и Татьяну Комову. Дело в том, что эта ниша у нас занимает, ну я бы сказал, условно три ансамбля в стране, и все. Это серьезный разговор. Это ансамбль Гайворонского, Волкова, ну вот и Кондакова, да, это вот в этой же нише примерно находится. И из молодого поколения я бы назвал Goats Notes. Все, больше я никого назвать не могу, может быть, я не знаю, я плохо знаю джазовый мир. Но мне кажется, что больше никого нет. Это музыка, в которой композиторство занимает очень значительную часть. И это делается не в ущерб импровизационности. Вот такое странное несохранение, если угодно, энергии музыкальной. Эта музыкальная энергия принадлежит составу, который действительно существует уже очень давно. У него очень много наработок, опыта, и я думаю, что все, что происходило сегодня на сцене, это так или иначе влияние второго приближения, в котором Игорь Иванушкин изначально является основным участником из трех других, из двух других основных участников. Все трое очень основные. Это Андрей Разин. Татьяна Комова. Вокал. Игорь Иванович контрабас. И все вместе перкуссия и невероятная музыкальность. Михаил Михайлович Митропольский. Ну, мне просили сказать о том, что две пьесы, которые будут исполнены, они как раз принадлежат диску, который называется, как он называется, A Day for Dave, сделанный по материалам Дэйва Брубика и с невероятным к нему отношением, поклоном и так далее. Но музыка, конечно, это в значительной степени авторская. Так вот, первая пьеса, вы, в конце концов, узнаете темы, которые... Не факт, да? Узнаете, здесь особая публика, темы, которые послужили вот этим началом для, как Игорь Иванович любит говорить, произведений. Да, произведений, да? Вот, на самом деле, пьеса, конечно. Но, на самом деле, это работа, которая сделана на тему Take Five, написанную в свое время Полом Дезмондом, на тему, причем из Take Five сделан такой реквием, колыбельная, здесь прозвучит ронда Алятюк, который писал в свое время, да и Брубик не без влияния Вольфганга Амадея Моцарта. В общем, сплошные взаимовлияния. Леш, добавь чуть-чуть Танечке холл. Для красоты. Чуть-чуть. Для блеска глаз и легкой походки. Первая пьеса, которая прозвучит, это называется «Колыбельная для Дэйва». Thank you.
этого же диска. Называется она «Аля Ронда». Thank you.
Thank you.
Спасибо большое за то, что дождались конца. До новых встреч. Как говорится, я вас всех люблю. Спасибо.